хоккей. Автомобилист «Шкода». В первом матче гости были явно сильнее, поэтому вторая встреча вызвала повышенный интерес. Свердловчанам был нужен реванш. Стремительные атаки, броски и, как это нередко бывает в хоккее, гол в ворота хозяев площадки. Все настойчивее и настойчивее рвутся вперед форварды. Два. И все-таки уральцы находят трещинку в обороне гостей и ставят победную точку в этом интересном поединке.